Доброго времени суток, друзья. Хочу вам рассказать про платформу SafeCracks.trade. Это новая платформа для торговли криптой. У нее есть такие особенности, как быстрый обмен, позволяет легко обмениваться биткоинами, эфиром, литкоином, риплом, дэшем и многими другими цифровыми активами с минимальным проскальзыванием. Безопасность. Безопасность пользователей информации и средств является нашей первоочередной задачей. Мы используем холодный кошелек для защиты средств пользователя. Сообщество. Следите за обновлениями в социальных сетях. Ведущие в возрасте API. Наша WebSocket позволяет легко получить доступ к рыночным данным в режиме реального времени. Чтобы начать торговать, вам сначала нужно зарегистрироваться. Если вы уже имеете аккаунт, нажать «Начать торговать». Вот такая вот окно обмена. Все сделки показаны, цены, суммы. Статус кошелька. Можно положить на депозит. Также вы можете помочь в разработке нашей платформы. Давайте войдем в систему. Платформа как англоязычная, так и русская. Давайте зарегистрируемся. Как видите, регистрация тут самая простая идет. Просто почта ваша, пароль и подтверждение пароля. Если есть прямо код. Просто регистрируйтесь и начинайте торговать. Так, политика конфиденциальности. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту политику. Получая доступ к услугам и используя их, вы соглашаетесь быть юридически связанным с этой политикой и всеми условиями. Эта информация устанавливает отношения между руководством SafeCracks. Это CypherX Team, разработчиками и криптовалют, и описывает условия и процедуру удаления криптовалют или токенов в дальнейшем именуемых монетов из обмена. Сотрудники биржи рассчитывают получить от разработчиков оперативную и исчерпывающую информацию, необходимую для бесперебойного и добросовестного использования монеты в торговых операциях на бирже. Если нет уведомлений о событиях, перечисленных ниже, монета может быть удалена с биржи. Такие события: обновления, вилки, атаки на блокчейн монеты, сайт или монетоприемник недоступен. Вы можете все детальнее прочитать. Также есть условия обслуживания, пользовательское соглашение. Переходите на эту платформу, друзья, и все будет у вас хорошо.